В русском языке вот я про человек дотошный, но после фильма «Весна» нет смысла никакого проверять. Помните, как гняли Черкасов? По Васенке или по Басенке, собственно. Какая разница? И так правильно. Хорошо, ребятки, ну, поскольку Глеб Анатольевич сказал, что как бы кто-то не может, а вы можете, вы же певцы, в общем, да? Вы же не танцовщики, да? Отдай микрофон. Да, легенький, через точку это запросто. Вы делаете? Так, да. Так, музычку дайте. Маэстро музыка. Да, иди. Отдай, ты можешь, все. Музыка, которая специально написана для чечетки. Давай. Молодежную, какая была песня, замечательная. Они сейчас попробуют, если они скажут, что они и петь не могут, это будет совсем. Дайте мне молодежную. Микрофон. Дайте мне девушку сюда. Это очень трудная песня. Это может петь только бабушка. Ты не можешь? Как это? С тобой поем. Знаешь, это? Хорошо, да. Сначала пускай они попробуют. Я думаю, что мы очень долго думали, что из репертуара, который связан с именем Орловой, ну, наверное, его можно спеть. Дайте Губерниеву еще парочку микрофонов. Михаил Васильевич, а вот. Дима. Дима. Да, я Евгений, Дима. Святого не трогай. Да. Сиди с тем. А Марина еще поющая у нас. Да. Иди. Марина. Танцевать. Если все это соединить, то вы поймете, что жизнь прекрасна!